В Донецке почтили память погибших на производствах области. Траурная панихида прошла в Свято-Преображенском соборе. Ее приурочили ко Всемирному дню охраны труда. Праздник отмечается 28 апреля. Помолиться за умерших пришли около 50 сотрудников Госгорпромнадзора области. В территориальном управлении сообщили, за первый квартал текущего года уровень производственного травматизма в области снизился на 12%. Но показатели все равно остаются высокими. В этом году наибольшее внимание уделят безопасности труда в химической промышленности. Причина – прошлогодняя авария на предприятии концерна «Стирол». Для этого организуют проверки по безопасной работе с химическими веществами. А всего по химической отрасли в прошлом году погибло 19 человек и 119 было травмировано. То есть поэтому в этом году у нас именно идет внимание больше именно к химической промышленности. Взять цифры абсолютные травматизма, которые у нас на территории, на предприятии Донецкого тероуправления, то они выглядят следующим образом. У нас 132 человека погибло в прошлом году смертельно травматизма. И первый квартал у нас прошел, значит, 31 человек погиб на предприятиях. В целом у нас есть небольшой рост по предприятиям угольной промышленности. Две эти большие аварии, которые в Макиевле на шахте Северной и на шахте Скачинской.